В Центре культуры и искусства «Спутник» поздравили мам с грядущим праздником. Далее подробно. Ежегодно в России в последнее воскресенье ноября празднуется День матери. В Центре культуры и искусства «Спутник» состоялось торжественное мероприятие по этому поводу. Мам нашего городского округа ждала развлекательная программа с выступлением творческих коллективов. Сегодня мы чествуем замечательных матерей нашего городского округа и дарим приятные минуты радости вам, дорогие мамы. В нашем городе живут одни из самых красивых, обаятельных, талантливых и успешных женщин, которые поистине достойны получать в свой адрес не только красивые добрые слова, но и всеобщее внимание к себе и к своей деятельности. Глава городского округа Александр Баранов вручил виновницам торжества благодарственные письма за большие заслуги в воспитании детей, личный вклад в повышение престижа матери, возрождение и развитие лучших семейных традиций, активную жизненную позицию, участие в общественной жизни городского округа и в связи с Всероссийским днем матери. Наше население, опять же, большинство представляет женщин. И сейчас мы на вас опираемся. Опираемся в том, что вы поддерживаете не только словом, но и делом, улыбкой, поддержкой кого-то, если случилась беда, так сказать, с сочувствием поддерживаете, ну и порой, строгим словом, когда кто-то, как говорится, кого-то понесло и забыл, кто кому служит. Поэтому хочется пожелать вам оставаться оптимистами. Верить в хорошее, верить в своих детей, давать им все хорошее. Мама – важный человек для каждого из нас. Давайте помнить об этом не только в этот день.